so warum am Heilen? Jetzt, jeder, wo er postet, mehr in Jotze, weil es gibt Sünde, alle. Изучение армянского языка, конечно, дало мне огромный опыт и огромные эмоции, и это проявляется как в учебе, в самом процессе изучения языка. Конечно, когда ты осваиваешь этот язык, ты видишь новые буквы, совсем не похожие на русский язык, грамматику, и ты думаешь... Хочу это учить, я хочу как-то по-другому мыслить, потому что, когда мы изучаем язык, мы начинаем совсем по-другому мыслить, мы начинаем понимать мысли других людей, и, конечно, это дало мне понимание культуры армянской, понимание армянского народа, армянского искусства, вообще всего армянского мира. И, конечно же, это незабываемые конференции, которые проходят у нас раз в месяц, наверное, очень часто. Мы всегда участвуем, потому что это тоже очень интересно, это языковая практика, это новые знакомства, и это, опять же, погружение в культуру языка, то есть в языковую среду. И, конечно же, когда изучаешь язык, всегда хочется применить знания на практике, и мы спешим это делать. Мы ездили на стажировку в Армению, это тоже незабываемый опыт. После этого я, собственно, начала разговаривать на армянском. Да, конечно, было интересно, интересно. Вот, пары проходят очень легко, это дало тоже такой толчок, то, что таки Нармине, она не такой строгий учитель, который тебе за каждую вот ошибку твою будет как-то шпынять. Вот, она, наоборот, объясняет на примере этих ошибок, и процесс обучения был такой легкий и тоже интересный, то есть что еще больше вовлекает, конечно же, в познание языка. Вот. Ну и сейчас мне это дало возможность читать поэзию, читать книги на языке оригинала, слушать аутентичную музыку, как-то понимать людей, ну и, конечно же, разговаривать, общаться с армянами. Саворек хайрен!